Жета, мать их! Хули тихо! Отступаем быстро! Добро пожаловать в Джингу. О, кто пришел? Какой приятный сюрприз. А я уж почти забыл ваше лицо, и нам вас очень не хватало. Добро пожаловать в оазис моды и красоты. Чем могу быть полезен? Может, обновим гардеробчик? Кстати, стразы снова входят в моду. Я смотрю, пустовато у вас как-то. Ну, для Джингуджи важнее не количество, а качество. Строго между нами, капля элегантности может открыть новые горизонты. Герать его! Охрана, закрыть дверь! Задержите его! Гаси его, быстро! Минутку! На поле быстро, он псих. Макстак будет здесь через минуту! Отвлеките его! Цель появления! Вы это мне? Не дайте ему меня убить! Открыть огонь! Макстак! Слава богу!
Максим, окружить цель! Устранить! Живей! Быстро, быстро! Цель нейтрализована. Допросить свидетелей. Вот же не вовремя тебе приспичило зарулить в корпоратский магазин. Помнишь, что я тебя слышу? Забудешь тут. Эй, вы там! С вас показания! Наконец-то! Убрать бардак, и можно снова открываться. Проблема решена. Отключить тревогу. Терпение будем испытывать. Сидеть! Руки так, чтобы я видела. Согласно статье 105 Процессуального кодекса о противодействии киберпсихозу, показания будут записаны и переданы на хранение. Мелисса Рорис, старший офицер Макс Так. Сообщите ваше имя и род занятий. Зейн Джаггер. Я работаю в Джингуджи. Это оазис элегантности в... Пардон, привычка. Ви, наемник. Покупаю тут шмотки. Джонни Сильверхенд, легенда рока, голос в голове. Джонни, а также, но дай хоть сделать вид, что я существую. Информация подтверждена. Теперь расскажите по порядку, что случилось. Я предлагал Ви совершенно уникальный товар, как вдруг... Зейн впаривал мне какую-то уникальную хрень в стразах. Вбежал психопат и перебил всю охрану. Зейн врубил сигналку и запер нас всех с этим ублюдком. Умница, Зейн. Мистер Джаггер следовал протоколу службы безопасности, ограничив зону поражения для нарушителя. А, вон оно как. Короче, мы в зоне поражения играли с нарушителем в кошки-мышки и ждали вас. Что-нибудь необычное заметили? Психопат порезал моих людей и уничтожил репутацию магазина. Больше ничего необычного. Благодарю за содействие. На этом все. Коронера уже вызвали. Скоро будет. Джаггер, магазин придется закрыть до завершения следствия. Эй, Ви, как только мы тут наведем порядок, приходите в любое время. Я подберу что-нибудь специально для вас. Смит, доложите обстановку. Спасибо. Что там? Пока, Зейн. В магазине 2 трупа, 2 ранены, снаружи 6 убитых. Где коронер? Стоит в пробке, немного опоздает. Неплохо. Тебе ведь нравится ощущать, как жизнь покидает тело врага. Como estás?
Пожёстче, пованильней. А настоящих девушек нет. Девочки у нас только танцуют, их руками не трогать. Кукол не держат. Не так быстро, малыш. Мы говорили с оружием нельзя. У нас тут приличное заведение. Человека давай. Не надо мне этих ваших виртов. Видишь? Не так уж и сложно. Добро пожаловать в эмпатию. Откуда у тебя это?
Обнаружен новый магазин. Сообщение пользователю. Спасибо, Чумба. Со мной такое в первый раз. Простите. Где эта сволочь? Любопытный факт. Человеческое тело содержит от 5 до 7 литров. Вам нравится режим автономной стрельбы? Подпрыгните для подтверждения. Провокация. Не на того парня ты залупаешься. Приветствую, добро пожаловать.
Я думал, тебе не надо говорить, чтобы ты не устраивал кровавый расколбас на моих заказах. Ларри хотел вернуть себе клуб, а не сидеть на развалинах в озере крови. Ну ладно, заказ выполнен. Заказ на какую-то директоршу из биотехники. Заперлась в корпоративном отеле с кучей охраны, поэтому нет, тут мне нужен профессионал. Связь потеряна уже несколько дней. Я знаю, что ты у нас любишь нет, не планируем. Всю инфу отправим. Ага. Понимаю. Мы оповестим семью. Замечена подозрительная активность. Говна ты кусок. Прикройте меня! Перезаряжаюсь!
У нас потери! Не зевать! Мы уязвимы!
Медика! Я ранен! Все написано.
Ученые из Biodyne Systems сообщили о революционном открытии в борьбе с рассеянным склерозом. Склероз – это одно из немногих заболеваний, которое нельзя вылечить, заменив пораженные ткани имплантами. Однако эксперты из Biodyne создали наниты, которые при введении в склероз... Кого я вижу? Счастливый. Либо во владельца новой пушки. Prepare for cooler conditions as we head into the weekend.